давно не в тот район побил. Отстали. Джейнс, разве ты каким-то образом изменяет белый свет? Афина считает, они используют инфраструктуру черного дозора. Для чего же? Не знаем. Но одного контейнера хватит всего только на 50 кубометров. Может, сделать управляемый выпуск, понять, в чем дело. Афина дала координаты контейнера с уже измененным белым светом. Если хочешь привлечь внимание Мерсера, лучше не придумать. Но, Джеймс, послушай. Я знаю, это твой взгляд. Это взгляд человека, который решил отречься от мира. Бога ради, ми амиго. Посреди всего этого, не потеряй самого себя. Я знаю, что делаю, отец. Но, Миито, это вряд ли. Сейчас говорить, отец. Ред Краун, говорит Редлер 5-1. У нас тут ЧП. Белый свет заразил Редлера 5-2. Они сошли с ума, жду приказа. Так, отец, этот белый свет превратил солдат в развитых и убил или заразил всех остальных. Ихас де суппута матра. Так вот, чем занимался Мерсер. Он отравил белый свет, чтобы распространить вирус. Джеймс, рядом склад белого света. Быстрее дуй туда и проследи, чтобы никто не открыл контейнеры. Принято. Ред Краун, говорит Файзер 5-1. Все хранилища белого света в зеленой зоне закрыты. Мы... Что? Точно? Ред Краун, большое количество зараженных у хранилища белого света на базе X9. Принято, 3-3. Всем отрядам, внимание! Собраться у рентгена 9 и защищать баки с белым светом. Прием. Не знаю, что это, но оно огромное... Твою мать. А представляете, Гентек выпустил бы этот белый свет. Весь город бы кишел развитыми. Мерсер! Какое разочарование, сержант Хеллер. Ты нарушил мои планы. Зря потратил белый свет. Я так на тебя рассчитывал. Столько тебе дал, а ты даже не в состоянии это оценить. Не понимаю, о чем ты говоришь, блин. Жаль. Прощай, Хеллер. Меня не убить, мудила. Ладно. Посмотрим, как насчет тебя. Хотел быстро это сделать, но теперь будешь страдать. Джеймс!
сторону белого света направляется 20-метровая Годзилла. Ай, дьявол! Видимо, дело рук Мерсера. Останови эту тварь, пока она не повредила банки с белым светом. Что делать-то? Охереть! Ред Краун! Это Рестлер 1-2! Передаю вам изображение этой... громадины! Суприкатов! Принято, Рестлер 1-2. Ждите приказов. Прием. Ждите? Твою мать! Это шутка такая! Устрань! Ред Краун! Там кто-то есть! Не видно! Господи! Создание бьется с неопознанным объектом! Ред Краун! Создание отходит назад к бакам с белым светом! Объект атакует создание. О боже, они тут весь квартал разнесут. Жопа. Вот срань. Это Шейн Келлер. Он этому монстру только что ногу оторвал. Снова здорово! Это два... Охереть! Оно еще живое! Создание еще живо! Тебя разорву! На кусочки! Ред Краун! Объект рвет эту тварь на части! Скоро все кончится! Вот жопа! Отступаем! Назад! Все! Все, конец! Все в атаку! Убьем эту тварь, пока есть возможность! Отец, отвечайте! Вашу мать! Ред Краун, это Таур 2-3. Алекс Мерсер только что вышел из дома на юге зеленой зоны. Вот срань. Это квартира отца Гуэры. Я вижу, Мэй. На расстоянии удара. Мы на
Отец! В красную зону. Но где искать Дану? Если хочу найти Дану, придется стать одним из этих клоунов. Пару минут я уже стану тобой. Всем отрядам, это левша. На объект совершено нападение. Срочно защитите периметр. Катапульта 4-1, взлетай уже! Катапульта 4-1, где вы? Катапульта 4-1, проверка связи. Сауспо, я заменяю катапульту 4-1. Если вы не в курсе, Крикун ему только что башку откусил. Поднимаемся в воздух. Сауспо, это катапульта 4-1. Приближаемся к пункту эвакуации. Вас понял, 4-1. Удачи, она вам понадобится. Альфа отслеживают координаты данной Мерсер. Наша задача защитить машину.
максимум эту стерву отыщем. Да, типа того. Я в телеметрическом танке. Дайте мне еще 30 секунд. Я почти локализовал Дану Мерсер. 4142. Слышали, что техник сказал? Следите за грузовиком. Вас понял, Локсмит. Вас понял, Локсмит. Вертушки летят на помощь! Вперед! Меня тут прикончат сейчас! Локсмит, это шифр 2-3. Есть координаты. Уже загружаю их на флешку. Что за... Чёртова земля трясется, я... Проклятие! Локсмит, заберите меня срочно! Ладно. Нужно добраться до базы отель 277. Нужно данные расшифровать, иначе они бесполезны. Катапульта 4-1. Срочно!
отведите техников в квадрат отель 2-7. Оставайтесь там до окончания доставки. Потом вернитесь в район действия для атаки данный мессер. Вас понял, Локсмит. База отель 2-7, говорит Локсмит. Приближается катапульта 4-1. Уровень допуска выдали. Срочно откройте площадку. Прием. Локсмит, это Гринбек на отеле 2-7. Можете садиться. Прием. Срочно нужен дешифратор и доступ в сеть BlackNet. Так, пошло дело. Давай. Получилось. Есть адрес этой гадины и все остальное про нее тоже. Передаю координаты. Катапульта 4-1, говорит Локсмит. Бросайте все силы на указанный пункт. Сотрите эту стену с лица земли. Прием. Вас понял, Локсмит. Гарантирую, она исчезнет с радаров навсегда. Мерсер? А? Кто это? Откуда у вас мой номер? У всех в черном дозоре есть теперь твой номер. Хеллер? Дерьмо. Они же знают, что я здесь. Ладно, шлю координаты. Встречаемся через час, ясно? Я буду там. Архивная запись. 22 дня назад. Плохо дело, сэр. Нападения участились и стали не то чтобы организованными, но не такими случайными. Что это значит, Райли? Они стали разумными? Пока не знаю, сэр. Радиосообщение. 411 дней назад. Гризли 2 вызывает Red Crown. Говорит Чекмейт. Сэр, Empire State отрезан. В обоих направлениях. Волна зараженных быстро идет от...
на столе. Она в красной зоне. Может, на базе какой, не знаю. Она жива. Я не терял надежды. Присаживайся. Надо сравнить наблюдения. Даже знаем мы, где дозор держит Майю, Алекс еще жив, и он не остановится. В опасности весь город. Теперь мне точно срать на твоего брата. Эй, ты куда? За дочерью, если придется. Я весь город переверну. Келлер, стой! Стой же, послушай! Стой! Что? Просто подумай. Дозор и Алекс пытаются снести нахер город. Если это им удастся, а Майю можно не искать. Она все равно погибнет. Чему ты ведешь? Майю буду искать я. Я смогу. Разборки с Алексом и мордоворотами – это к тебе. Келлер, что-то случилось. В паре кварталов от тебя. Солдаты Черного Дозора бегут туда. Ладно, я загляну туда. Всем отрядам это Стрейт. Если вы заметите баг с белым светом в городе, сообщите Ред Крауну. Затем срочно доставьте ее на базу Индия-96. Конец связи. Ты слышал? Кажется, они поняли, что от белого света все становится только хуже. Конец планам Мерсера. Помоги дозору. Забросите бочки в мусоросжигатель. Ред Краун, это Торчлайт. Хеллер собирает белый свет и относит его к мусоросжигателю. Я не знаю, что это значит. Жду приказов. Это значит, делаю твою работу лучше тебя. Кто-то есть.
Ред Краун, это Стрейд! Прошу выслать группу Дентек, срочно! Передаю координаты! Дело за тобой! Эти бочки нужно забросить в мусоросжигатель. Хорошо, что я уже заражен. Быстрее!